столик там за углом справа есть, на горке. Погоди. Никто не смеет. А кто тут там? Конем. Не, вот ты понимаешь, ты говоришь про волю, но вот дроид может ролить и талик, и волю кубик нажать. Это правильно? Конечно. Еще и счет можно. Только вот прикол в том, что он ее передаст, если по-моему кому-то нужно. Блин, дайте каску магу, пожалуйста. Таймер идет, что-то запустил уже. Всегда умирают, привыкай. Беги, малыш, только реги расходовать. Мне была бы каска, я бы не умерла. Thank you.
Ну, блин, тролька на это. Никому. Один на пыль и золото. Рога, Рога, просьба, не напыливай на меня трэш, только на боссах меняем все стири. Ой, этот, триксами. Нет. Его сила не знает границ. У нас меткость это будет. Нет, перенаска обычная и обычная. Тот же, кто будет служить ему верой и правдой, достигнет таких высот, о которых вы не в силах даже. Да все есть, кроме перенаски героической и катушки. Нету. Да похуй, да? Ману злей мне. Злей. И мне тоже маны. Мне кажется, там вар был какой-то. Вилмио. Я не успею. Отпиздить сову. Блин, думала, что Уит хотела, да. Да, ты вообще, не знаю, не даешь ни отпиться, ни поесть, ни пробафаться. Так, может, вообще я тут не нужна?
интеллект. Даю интеллект. И все. Да, я диспелишь себя. Бой. Что тут на кораблях забыли? Возвращайтесь, бьем трэш, бой нужно скинуть, алло. Ладно, я к вам приведу тогда. Все равно бой. Сзади, видать, остался. Какой-нибудь шаман стоит, сам себя хилит, блядь. Бегут только те, у кого есть бой, вообще круто. Маги, кстати, могут скинуть инвизом.
хуйня. Один кубой висит. Ой, о, спал. Вообще. Нормально. Чем спал? Что, Войт выяснил? На кого фокус-то тушку ролит? А где все сейчас? Что-то я никого не вижу. Спасибо. Еще немного поживу. Вот теперь вижу. Сыны и дочери Орды, сегодня мы будем биться со смертельным врагом Лактарагар. Ортрон, слетаем. А ты в тот раз отдал магу, который тебя передамажил? Не, маг убить не можем. Интеллект и МК еще. Серьезно, грозой? Ну как, кстати, Войду? Мало, я 17 с магом разгонял. Карик, кстати, лунный огонь. Лунный огонь 11 уровня вообще, карик. Аддон спамит, что у вас скиллы низкоуровневые. Вы тут в ЦЛК собрались, рейдеры хреновы. Блин, конечно, урон пушек. Будьте начеку, блядь, только что... Присоединись ко мне, отец. Перейди на мою сторону, и вместе мы разрушим эту на плечи и во славу короля Лича. Мой мальчик погиб у врат гнева. Я здесь, чтобы забрать его тело. Старый упрямец, у тебя нет шансов. Я сильнее и могущественнее, чем ты можешь представить. Мы
назвали его Дранош. На Орочим это значит сердце Дренора. Я бы не позволил чернокнижникам забрать его. Он был бы в безопасности в Городаре под защитой старейшин. Я пообещал его матери, когда она умирала, что пройду через темный портал один. Неважно, умер бы я или выжил, мой сын остался бы цел и чист. Сегодня я исполню это обещание. Жалкий старик! Вы что? Псих, ты где там будешь танчить, псих? Займи позицию. Знаешь, как на X5 делают? Что они там бомжей вызывают два раза, и они трэш просто сжирают. И бомжи все, и эти, трэшак в центре, короче, весь. Он не бегает к РДД-хилам. Очень. Он там умирает за 4 секунды, 25 обычек. Сегодня сам проверял. Это портал, пацан. Сука. Ой. Наносят такие наручи палы? Нет, не носят. Носят либо латные, либо СРС. Или с профа. Ой, сука, дух стоит. Сука, дух стоит. Стаю, лофнуть. Да меня стаю убил, бля. Сколько рейдовых? Рейдовые, сколько ДПС? Герб, говоришь? 10 героев.
Кстати, кто изучает свое? Кто создать нельзя будет? Добрый день. От планеты? Вил щит какой-то. Капитан Америка. Капитан Китай, блядь. Я отсюда не достаю, по-моему. Ой, давай там три танка. Хватит попыток. Прикинь, так мысль. Сейчас будет три танка. Я тогда на Фелисити буду. А, да, вот, надо учиться. Ибо ночь темна и полна ужасов. Что там ее танчить? Сферы собирать. Прогресс прямого гнева 5 уровня. Отлично. Может, не выстрелил. Нет, 5-го. Чтоб ману меньше ел. Кресты обновить. Глупые смертные. На двух кто? Это меньше на двоих кто? Короля Лича. Теперь
Наши силы едины! Восстаньте, братья! Что, давай меня? Походу, был. Наксанар был досадным недоразумением. Сила сферы позволит Валанару свершить отмщение. Чаша полна. Трепещите перед Талдорамом, смертные, ибо сила сферы питает. Прольется кровь. Моя чаша полна. Сейчас победит теперь. Ядра можно поуешить? Психопат. А, на X5 шарик, знаешь, как ваншоты здесь классно? Нет, которая хуйня летит от Талдорама. Пал. Ну хули пал 6.2 стоит, хилит меня. Как 10. Шарик появляется, минус хули пал. Нет, если пока он до цели бежит, он не разряжен вообще. То есть у него там какой-то определенный заряд. Если на пути его никого не было, то там максимальный урон. А если на пути было, то он потихоньку разряжается. Смотрите, механика такая, когда появляется, у нее есть определенный урон по цели. Это как с личным на профи. Да, примерно так. То есть нужно пробежать через рейд, чтобы разрядить его. Если ты взорвал в момент кассы рядом, то тебе пиздец. Не весь, еще один нагрев.
сознание. Два зеркала. Я только попробую на вкус. Как вам такое? Беги, малышка, беги! А у кого этого скакалка, у кого? Поставь темную магию. Какую нахер? Это ДПС стопить. Здесь же только сейчас вкусили, да? Сюда вовремя молодой. Второй его укус, да? Верните ауру от тьмы. Как вам такое? Страдайте же! Начинаем представление. Как вам такое? БДК укусил. Но мы ведь так хорошо ладили. Друг, я рогом просил. А, ну это не Синдрей, окей. Валить я могу еще. Что тебе угодно? ХЗ, вот в прошлый раз, который ходил, вот в Геру, нихуя так не получилось.
обнажите клинки, соратники! Фрайгулы насмерть будут стоять за королеву льда! Лучше умереть сейчас, чем опять собирать реагенты для этого больного Финкельштейна. Довольно пустой болтовни! Нет. С их помощью мы... Берегашку кинули. Воительницу вешают дебаф. Будет здорово, если декаратанг будет выдергивать одну, вешать в два раза меньше дебафов на меня. 20 стаков — это 30 тысяч урона раз в секунду. Но я не умею летать, не летал ни разу. С конем. Очень сложно, мне надо пару раз повторить. И видос похвалить. У меня мана закончилась. Жалкие создания, умрите! Я достойно жил. Можно еще раз? Что мне стаков нету, их вешают только воительницы. Ну то, что я забагал. Чемпионом!
выбрал Крок. Может быть, ты прав. Я останусь тут и сообщу Тириону о наших успехах. Не останавливайтесь. Убейте Синдрагосу. Октар, герои! Так бесстрашно сражались с плетью. Какой феерический финал! Не дайте Финкельштейну пустить меня на опыты. Сколько времени прошло? Чужаки ворвались во внутренние покои. Уничтожьте зеленого дракона. Пусть останутся лишь кости и прах для воскрешения. Герои, вы должны мне помочь. Мои силы на исходе. Залечите мои раны. Герои. Подъемлите. Коня включите. Сказал, родина там, где жопа в тепле. Кто ему корни дал? Герои, еще немного. Ой. Этому подавителю дали корни еще вдруг, по-моему. Все корни давать этим волдырным, которые взрываются. Им можно забирать. Я говорю после портала, Геру дам, блин. Я не тебе это говорю. Я открыла портал в изумрудный сон. Там вы найдете спасение, герои.
Надо подождать. Сейчас стивите. Блять, не успел. Я вон на одной лапе, смотри, без лап. Кому кольцо отдай? Топчики, топчики. Так, у тебя есть ногти? А я промахнулся. Хотел распылить нажать. Рольчик ему надо. Ну ролики, блядь, кому надо кольцо? Классы, которым вообще не дать шмот, даже нов спек, зачем вы жмете вообще это? Вот поэтому и не хочется группу. Я промахнулся, я хотел нажать на диск, промахнулся еще. Попку не надо приводить этих, ладно? Дракончиков. Порвемся. Блин. Зачем? Обе пачки, что ли?
Ребят, я понял, почему у регресса там много голды. Видите, как он хорошо клацает, там лоскуты, толстые шкуры, рунический флакон. Не понял, что говоришь? Я говорю, понятно, почему у тебя голды так много. Вон, рунический флакон, лоскуты, толстые шкуры, клацаешь хорошо. Да нет, я просто не спекнулся, я в хиле остался, у меня нету аддона и хилбота, я не знаю, как хилить, а своего пати хилил и поднимал тупо. Нечем было заняться просто. Педрила, да, кинул эту ледяную штуку? Ну, типа вы хуйню сделали, танки. Типа так не быстрее, а дольше в разы. Так, ну я на рогу. Глупцы! Зачем вы сюда явились? Ледяные ветра Нордскола унесут ваши души! Когда обратно на Ханта зайдешь, питание не забудь риснуть. А рыба есть у кого? Есть, купишь? Я уж тут.